12 новеньких машин получили орские медики в течение этого года для оказания экстренной первичной медицинской помощи населению и проведения реанимационных мероприятий. Это 10 машин «Газели» класса «Б» и 2 «УАЗа», полностью оснащенных всем необходимым для оказания экстренной помощи. Действительно, у нас сегодня в городе хорошее, доброе, радостное событие. Ни для кого не секрет, что машинный парк нашей скорой помощи требовал обновления. Я хочу сказать, что вот в этом году, наконец, удалось решить этот серьезный вопрос. Вопрос этот решался с помощью губернатора Оренбургской области, с помощью правительства, Министерства здравоохранения. И хочу сказать, что очень большой вклад в решение этого вопроса внесли наши депутаты законодательного собрания. Они не первый раз нам помогают. В 2011 году тоже администрация города закупила нам 3 УАЗа и 1 «Газель». Сегодня у нас, конечно, большой праздник. Таких автомобилей мы еще не получали никогда в таком большом количестве. Все они оборудованные машины, являются категорией класса «Б». Вот. Оказываем мы на них будем доврачебную, врачебную и даже реанимационную помощь нашему населению. Так что праздник этот не только касается сотрудников скорой помощи. Праздник это каждого нашего жителя города Орска. В поликлинику поселка ЗТП также поступили 2 автомобиля. Новый автопарк поможет повысить качество и своевременность оказания медицинской помощи. Послужит благородной цели – сбережению здоровья и спасению жизни орчан. Очень надеюсь на то, что вот, ну, получив такие машины, вы с честью будете работать на благо жителей нашего города Орска. С праздником вас! Поздравляю!